ускоренные ресурсные испытания мы заканчиваем страховым ударом. Это краш-тест по так называемой методике Даннера. Автомобиль разгоняется до скорости 15 км в час и с перекрытием 40% ударяется о несминаемый барьер, который расположен под углом 80 градусов к оси движения автомобиля. Из внешних повреждений мы видим треснувшую облицовку переднего бампера, треснувшую фальш-радиаторную решетку. Фара на вид цела, но крепления сломаны. Водительская дверь не открывается. Мешает сместившееся назад переднее крыло. Совсем не осталось зазора. А капот? Капот открылся. Из необычных повреждений мы можем здесь видеть пережатый шланг радиатора. Он зажат, аккумулятор и радиатор. Далеко на таком автомобиле не уедешь. Мы сняли облицовку бампера у автомобиля GLM Grand, и что же мы увидели? Деформирована рамка радиатора. Пострадала силовая поперечина. Ее сминаемый элемент полностью сжался, и удар пошел на лонжерон. Но самое неприятное, что при деформации силовой поперечины пострадал радиатор вариатора и потерял свою герметичность. Также деформирована верхняя поперечина. У фары сломаны крепления, фара подлежит замене. Треснуло крепление бачка омывающей жидкости. Я думаю, ремонт дешевым не окажется.